У минулом году у Гомельской области народилось 18 380 детей. У областном родильном доме приняли 3349 родов. Причем у 65 выпадках на свет появились двойнятки. На демографическую ситуацию істотно уплывают новые технологии и высокоэффективные леки опошних поколений. Коли еще совсем недавно цукровый диабет и захворывание сердечно-сосудистой системы были супрать показаниями для родов, то теперь все изменилось. У областном родильном доме у минулым годе с такими непростыми диагнозами оказались амаль 400 жанчин, практично кожная восьмая молодая мати. Здоровые дети з'являются и у жанчин, якія становятся мати во взросте больше, як 30 годов. Это вообще мировая тенденция западных стран, так сказать, цивилизованных, когда женщина делает карьеру, а потом думает о продолжении рода. И у нас тоже немножко это нашло свое отражение, но, наверное, все-таки не настолько. Поэтому в 30 лет первородящие сейчас встречаются достаточно часто. Сказать, что у них как-то очень тяжело проходят роды, я не могу. В общем, 30 лет тоже неплохой возраст для того, чтобы рожать.